Привет, меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент Медифинанс, и это еще одно домашнее задание. Сегодня мы поговорим про видеоотзывы. В этом домашнем задании вам нужно будет записать видеоотзыв по тренинге, моем тренинге по автострахованию. Что здесь нужно сказать? Нужно сказать, представиться в этом видео, нужно будет сказать, как вы попали в этот тренинг, каких результатов на текущий момент достигли, какие выводы, какие открытия для себя сделали. Я понимаю, что видеоотзыв для некоторых будет сделать очень сложно, но, чтобы вы понимали, продвижение в YouTube очень классная и мощная штука, которая может на порядок вывести ваш бизнес вверх, да? Потому что реклама сейчас стоит дорого, а именно YouTube – это так классная штука, где можно очень сильно, очень много лидов получить. На сегодняшний момент YouTube пустой по автострахованию. Здесь можно очень хорошо занять свою нишу. Итак, для чего мы записываем этот отзыв? Для того, чтобы вы получили первый свой опыт размещения продающего видео, вообще видео в YouTube. Если вы помните, был такой человек, который поймал рыбу и там очень классно этому радовался. Этот пример любит приводить Адель Гадельшин, и после этого он сейчас ведет передачу на телевидении. Поэтому, кто знает, может быть, если вы запишете это классное видео, и оно и после этого станете знаменитым не только в своем бизнесе, но вообще станете знаменитым. Но на самом деле это просто очень классный инструмент для того, чтобы продвигать свой бизнес в интернете. Поэтому делаем этот видеоотзыв. Опять же, как размещать, в одном из кастов предыдущих я об этом разговаривал, как размещать видео. Какие способы есть записи? Ну, опять же, первый способ записи – это как я вот так взять телефон, включить, либо стать на одном месте, либо гулять с телефоном и записывать. Второй момент – вы можете попросить друга, чтобы он снимал вас, вы говорили. Потом можно взять такую программу, как Hangout. И с помощью этой программы Hangout можно записать видео. Соответственно, вы можете снимать себе с компьютера камеру, и оно автоматически будет выложено в YouTube, даже на ваш канал. Какие у нас еще способы? Вы можете, конечно, записать принт-скрин, то есть просто голосом за кадром, но голос за кадром – это самое плохое, поэтому очень плохо работают такие видео. Работают хорошо только если вы сами себя будете снимать, ну, то есть вы будете фигурировать в качестве артиста или выступающего, говорящей головы, да, как сейчас выступаю я. Что очень важно, снимайте с первого раза, то есть не нужно ничего готовить, не нужно ничего приукрашивать, то, как все есть, записывайте с первого раза и все, и выкладывайте. Да. Здесь очень важно, не надо много думать, не надо много чего придумывать, просто берете, включаете камеру, записываете и вперед поехали. Все, меня зовут Кирилл Рыбасов, если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, ставьте этому видео лайк, увидимся в следующих уроках. Счастливо!